Клево всем, друзья. Всех с Рождеством. Праздник сегодня. Так что всех с праздничком. Я приехал на рыбалку. Народу тьма тьмущая. Просто немерено. Еле нашел, где встать. Ну, нашел. Но проблема даже не в этом, а в том, что ветер с Азова и поддувает воду. Поддавливает. В итоге, ребята, кто приехал с утра, говорит, еще было сухо, и сейчас я покажу, в каких условиях я буду ловить рыбу. Вот. Иду, хлюпаю к точке ловли. К месту ловли, ребят. Во. Итак, сидят все. Ребят, я сегодня с матчем решил попробовать половить на скользящий поплывок. Если честно, я на него не ловил более 20 лет, так что буду практически учиться заново. То, что было 20 лет и сейчас, это две разные вещи. Так что я сегодня со скользящим поплывком. Погнали, друзья. Ребята, рыбалка в очень спартанских условиях, поэтому буду ограничен по выставлению камеры, уж извините. Ну, плаваем. На прикормку взял пачку черного леща. Взял всего одну пачку, 800 грамм. Пахнет вкусно. Вот такая прикормка черная. Мелкий помол с добавлением крупных частиц. Зерновых видно. А ловить буду на матч, закармливать с рогатки. Поэтому прикормку в любом случае буду делать очень тяжелую. В расчете карась. Поэтому чисто тяжелую. Грунта у меня нету. Где его сейчас просто взять. Все, сейчас постоит. Первый этап водички добавил. Она возьмет, и я буду добавлять сюда арому. Ребята, удилище у меня матчевое, очень-очень древнее. Когда-то мне его подарили в районе 20 лет назад. Вот такое. Левиафан Deluxe Spinal Match. Карбон. Тест удилища 5,25, 3,50 длина. Вот такое вот. Ловил на него когда-то очень-очень давно. Тогда 20 лет назад осваивал матч по чуть-чуть. Но то, что сейчас и тогда, это разные вещи. Поэтому посмотрю. Поставлю 30-сантиметровый поводок. Пока 14-й крючок. Вот такой, на 0,12 поводке. В матчах используются вертлюжки. Поэтому поводок цепляю к вертлюжку, петля в петлю. Практически не липится, сразу рассыпается. Добавлю сюда одну пачку мотыля, пусть будет немного вкусняшки, совсем немного, но будет. Аромы мотыль волью чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. И палтус халибут. Тоже чуть-чуть хорош. Все, буквально капельку аромы. Перемешиваю. Доливаю водичку. В
коронка мне нужна тяжелая, чтобы хорошо лепились шары, чтобы с рогатки их добивать. Все, готовое. Все. Вот такой шарик. И с рогатки его бах. Переборщил влаги, ну ничего, подсохнет нормально. Для карася то, что надо. Все, делаю заброс. Делаю заброс. И кормлю. Перелет. Неопытные друзья, я в этом деле. Вспомнить деться надо. Оп. Отлично. Вот такие шары. Вот я их пулякаю. При ловле на матч за корм точные вообще не бывает. Спортсмены там что-то приспосабливаются более-менее. Не, это куда-то очень далеко. Слушайте, вот это я даю. Вообще стрелять с рогатки не умею. Рогатка для более дальних дистанций. Оп. О, отлично. Другое дело. Вообще шикарно. Скажу, дурное дело, хитрое, ребят. Хорош. Оставил прикормки. Оставил. И буду подкармливать, если будет необходимость. Руки можно мыть прям тут. Ну что, первая закормленную точку пошла. Сзади-ка мышь, из-за этого боюсь зацепиться. И плюс техники заброса для матча у меня нету. Буду потихоньку осваивать. Оп-оп-оп, есть, ребятки, есть рыбка. Кто это? Тарань, да? Ребят, тарань. Первая рыбка и тарань. Ну вот, говорили, тарани нету. Рыбка, ребятки, рыбка, рыбка. Ого, кто это? Шимая. Прикольно. Ребят, шимая, смотрите какая. Класс. Есть, есть, есть рыбка. Есть. Маленький карасик, ребят. Вообще малюхонький. Отпущу этого малыша подрастать.
Иди сюда. Есть, 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 есть. Есть рыбка, есть карасик. Иди сюда. Хороший, хороший карась. Отличный. Отличный. Иди сюда. Есть, есть рыбка. Есть. О, как бьется, как бьется. Есть карасик, хорош. Отлично, какой он бешеный, а? Отличный карась. Просто отличный, ребят. Во. Три опарыша и берет довольно хорошо. Иди сюда. Есть карасик. Есть, 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 ребятка. Рыбка, рыбка, рыбка. Ох, какие они бойцы сейчас, а. Просто бойцы. Вода холодная, а они бойцы бьются. Класс. Класс, и размерчик отличный. Вот такой красавец, ребят. Ну, что я могу сказать? Ой. Проблема с техникой. С техникой заброса. Если стоит нормально забросить, рыбку поймал. Один нормальный заброс, 2-3 ненормальных с перехлёстом. Это огромная для меня проблема. Ничего, научусь. Что техника заброса при ловле на мачта совершенно другая. Потихоньку. Пытаюсь ее освоить. И все равно потихонечку несет. Несмотря на то, что крючки заякорил, подпасок положил на дно, и все равно тяга приличная, потихоньку несет. Но если все нормально, забросил, все встало, поклевочка есть. Клюет или приподнимает, или на утоп. Ребят, вода прибывает. Педана уже в воде, а была над водой, смотрите. Несет очень тяжело. Просто потихонечку. Тяга есть. А на матч ловить с тягой это очень-очень практически невозможно. Так что, если остановилась, поклевка есть. Если пронесет, карась на подвижную насадку не берет. Ветер с лимана поддавливает и воду загоняет. И, соответственно, есть тяга. И тут прибавляется. Я уже боюсь, смогу ли я выйти. Хватит ли глубины сапогов, высоты. В аквариуме рыбу ловлю. Иди сюда. Вот. Подержал на месте, получилось заякорить. И поклевочка тут же. Карасик красавец. Отличный карась клюет. Да, на обычную магму мог бы тут наколбасить. Или на фидер. Вот такие красавцы клюют вовсю. Thank you.
подняло красиво. Красивая поклевка была. Кто это? Тарань. Тарань, ребятки, клюнула неплохая. Такая хорошая, хорошая тарань. Со дна приподняла. Поплывок почти весь всплыл. Очень красиво было. Иди сюда. Есть. Рыбка, как бьется. Отличный карась. Ребятки, отличный карась. Очень интересный вид ловли, матч. Очень интересный. Особенно в условиях, когда ничем другим не достать, фидером неудобно или хочется ловить на поплавок, но вот не должно быть тяги вообще. Ну, профи это и так знают. Иди сюда. Кто там? Опа, карасик. А, сазанчик, ребята. Сазанчик. А это... А вот, друзья, здесь все поголовно цмыкуют. Делают вид, что ловят судака, а сами занимаются багрением. И вот след от травмированный сазанчик от вот таких вот цмыкарей. Беги. А что, прикольно. Карася поймал, сазанчика поймал, судачка поймал, не попал в кадр. Шимаю поймал, тарань поймал. 5 видов рыб. Где рыбец? Иди сюда. Тут-то кто-то есть у бегемота. Кто это тут на мотылика позарился? Карасик. Ребят, я думаю, заслужил лайк, сидя вот так в воде и ловля карасей на матч. Ну что, ребята, улов сегодня небольшой, но лично для меня он поистине бесценен. Просто офигительный улов. Несмотря на то, что я распутывал сегодня снасть по времени больше, чем ловил рыбу, я получил бесценнейший, вот такой шикарный опыт. Я на себе почувствовал, что такое матч. Что как им нужно ловить. Много нюансов понял. Да, не смог разобраться с забросом. Возможно, что-то снасть я сделал неправильно. Возможно, заброс сделал неправильно. Но тем не менее, я получил это для себя первый драгоценнейший опыт. Теперь, смотря других, слушая друзей, которые ловят нас на матч, я смогу больше понимать, что они мне говорят. И таким образом смогу быстрее научиться ловить на матч. А так, нормально, рыбку поймал, удовольствие получил. До новых встреч, друзья!